зажигает не только публику, но и лампочки. Рекордсмен Книги рекордов Украины Сергей Путятов достиг такой скорости игры на гитаре, что он может теперь вырабатывать электричество. Альтернативный источник энергии готова проверить на деле Виктория Чистюхина. Буквально через несколько минут мы станем свидетелями уникального эксперимента. Донецкий гитарист, рекордсмен Сергей Путятов зажигает не только зрительный зал, но и лампочки. Сергей установил мировой рекорд 330 нот за 10 секунд. Да что там 330 нот? 220 вольт гитаристу под силу. Итак, Сергей, зажигайте. Сергей зажег вот эту гирлянду, которая сейчас находится на мне. Как вам это удается, Сергей? Когда начинаю играть, накаляются не только струны, но может и зажечься елочка. Я вас поздравляю, Сергей. Вы теперь не только самый быстрый гитарист, но еще человек корпоратив. Вам удается зажигать как публику, так и елочку. Спасибо.